В столице Кабардино-Балкарии в эти минуты разворачивается масштабная операция против боевиков. Режим КТО действует сразу в нескольких районах Нальчика. В одном из них, в жилой пятиэтажке, удалось блокировать несколько предполагаемых участников бандгруппировки. Была перестрелка, к этой минуте она стихла. Как сообщает агентство «Интерфакс», спецслужбы и полиция оцепили дом, боевикам предложили сдаться. Мы следим за развитием ситуации.